Православные верующие сегодня вспоминают одного из самых почитаемых святых, великого князя Владимира. В его честь отмечается День крещения Руси. Во всех храмах торжественное богослужение. Сотни людей приняли участие в крестном ходе в Севастополе. Во главе колонны несли ковчег с чудотворной реликвией, частицей мощей святого князя. В город прибыли множество паломников. Этот праздник имеет особенное значение для Крыма, поскольку именно на полуострове Херсонесе и крестился сам Владимир, а потом способствовал тому, чтобы древнерусское государство обрело православную веру. И в эти минуты в храмах звучит праздник. Праздничный перезвон, особый благовест начался в полдень на Дальнем Востоке, а потом прокатился по всей стране.